Хай, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию пластилиновых Майнкрафтеров, да? Я вам сразу скажу то, что эта серия будет очень печальная, вот прям очень печальная. Если вы досмотрите этот ролик до конца, то вы поймете, почему я плакать хочу. Возможно даже такое то, что больше пластилиновых Майнкрафтеров не будет. Возможно даже такое. Но я все же хочу попросить от вас поддержки. Если мы наберем столько же лайков, как мы набрали на прошлой серии, то я, возможно, что-то придумаю, и новая серия все же выйдет. Вы досмотрите до конца этот ролик и поймете, почему пластилиновых Майнкрафтеров может больше не быть. А если вы хотите продолжение, чтобы я что-то придумал, ставьте обязательно лайки и обязательно подпишитесь на канал прямо сейчас. Кто еще не подписан, если ты подпишешься и поставишь лайк, то ты, возможно, сможешь спасти пластилиновых Майнкрафтеров. Ставь лайк, подписывайся, а мы погнали. Только не плакать, обещайте, не плачьте в конце. Пожалуйста, не плачьте. Погнали. Сустав защемило, сустав, Игорь, помоги, правая рука, сустав! Сустав защемило, у меня вообще ноги нету, понимаешь? Коллеги, этот вообще пират одноногий, понял? Короче, пацаны, меньше разговоров, больше дела. На абордаж, туда, вперед, давай. Атаку! Дебил. Опа! Дебил. Да, все было просчитано. А что дальше? Короче, Эдисон, держи палочку, Эдисон. Я знаю, что нужно. Подожди, Игорь, смотри, не трогай ее, пожалуйста, я тебя прошу, будь человеком, а не хохлом, подожди. Ой, старики, всему вас учить надо. Да говорю, не трогай! Ну ёперсы ты! Я хочу к полу прилепить. Ну подожди, да я на нее стану. А зачем нам вообще? Да может она... Да Игорь! Давай, я готов, ты придурок, конечно. Ты можешь ее поставить на место, чтобы я перепрыгнул. Сам перепрыгнул. Вот так вот, понимаешь, вот так вот. Ну вы дебилы. Ой, вытащите меня, конечно. Пожалуйста. О, молодец, молодец. Сейвинг. Как вы это сделали? А вот так, Игорь. Да зачем ты это делаешь? Ты что, я испугался, но... Я забыл просто. Так, пацаны, встаньте на вот эту фигню, мне кажется. Да, мне согласен, давайте. Ай, Игорь. Давайте качаться. Давай. Качай. Покачайте меня, пожалуйста. Пожалуйста. Нам нужно вдвоем сюда, Игорь. Игорь, иди туда. Жирный Эдисон. Да какой жирный, не стой. Да дебил, Игорь! Жадная мартышка, ты стань на другую сторону. Прыгаем, прыгаем! Давай! Пацаны, у меня тут помятка! Я тебя держу, ура! Выкидываем палку! А вон, давайте мост, вон туда, мост сделаем. Сюда, может сюда? Или туда? Да нет, может вот сюда, вот сюда. Ну давай, да работайте, палку. Работайте, давайте! Ты же дебил, давай! У меня вытянули. На! Напрогиб! На! Суставился пол! На! Об колено! На! Мама дорогая, спасите. Все, тихо, не надо пихать, не надо дрюкать, все. Дебил, что? Все. Я специально, чтобы помочь. Сейчас, подождите, не туда поставил просто. Сюда. Да! Ну да, да, почти все было, да. Так, хорошо, пацаны. Что делаешь, дебил? Хотел тебя выкинуть. Так, ладно, все, не трогай меня. Предсказуемо. А, да ёперсы, ты чё, всё проваливается под ногами у нас сегодня? Ломайте, троллинг, ого, я на вас подпрыгнул? Ой, я сломал! А вы можете объяснить, как я так прыгнул сейчас? Это что было такое? Ой-ой-ой! Подождите, где я? Все нормально. Если в жопе, все нормально. Так, главное, это молотки, понимаете? Так, я знаю, как это проходить. Чё я поломал, пацаны? А где ты? Я опять сустав себе поломал, все нормально, все на место осталось уже. Так. Игорь, ты как?
Все в порядке, я здесь, пацаны, я прошел эти молотки, короче, я просто, зовите меня теперь Молот, Игорь Молот. Хорошо. А я еще не прошел. Игорь Молот. Игорь Молот и богат. Понимаете, я еще не прошел, подождите меня, пожалуйста. Там мы ждем. Тихо, 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 у меня все под контролем, ты там это... Давай, Жека, мы тебя ждем! Я уже тут, я уже тут. Да, ты уже тут? Тогда все нормально. Не, ну я почти тут. Я за Игорем иду. Молотки, молотки, страшные, страшные молотки. Пацаны! Да ёперсы ты! Так, подожди, а тут что, эта штука проваливается? Ребят, это слишком сложно. Игорь, почему ты меня подставил? Вытяните меня к доне. Давай, Жак, ты первый. Нет, ты первый. Хорошо, я первый. Пошел. Еще сейчас. Или вытягивай, или все. А ты сам мне за меня зацепился. Ну да. Подожди. Потому что ты меня цепанул. Давай, да. Я тебя не цепанул, я тебя толкнул специально. О, все нормально, все нормально. Типа, знаешь, я тебя вот так вот так, типа, эй. Типа, эй, братан, давай. Дебил. Опять, ну вытягивай меня тогда. Мне рука сломается сейчас. Ну все, тогда отпускай. Отпускай! Если умирать, то вдвоем, давай, отпускай! Я жив, всё. Цел, пацаны, короче, я прошел. Сальтуха! Так, Игорь, ты где? А там еще сложнее, ты в курсе? Да, мы просто стали, там все провалилось. А как теперь вот это проходить? Как? Что теперь делать? Так, вот, кстати, да, я не знаю. А, там можно забраться, только снизу. Да, мы еще в два раза больше времени будем убивать, ребят. Подождите меня! Да есть другой путь, менее легкий, а мы наоборот. Менее легкий, это плохо. Это для нас. Мы не ищем легких путей. Да. Так. Я уже здесь. Опа! Подтягиваемся! Стоп, а как дальше? А как ты пробрался? Ой-ой-ой, а Игорь все поломал. Так там снизу, дебилы, вон там, бегите. Забирайтесь вот там, короче, вот там, вон там. Слышь, а ты вот туда иди, вот туда. Куда снизу, куда сверху? Здорово! А что с этими молотками делают? Тут их три. О, Игорь! Игорь! Все! Кто-то сейчас все заново будет проходить. И я тоже, наверное. Не, подожди, Эдисон, я цепляюсь за жизнь как могу. Что там происходит вообще? Эдисон, я здесь, Эдисон! Я пластилиновый бог дал второй шанс, пацаны, опять здесь. Ну блин, я опять не зацепил. Ой. Эдисон, держись. Пацаны, спасите меня, пожалуйста. Я боюсь. А, почему так много молотков? Так, Эдисон. Пацаны, я не знаю, что делать. Эдисон, я тебя словлю снизу, давай, братан. Я почти допрыгнул, но нет! Нет, ты сможешь залезть, Эдисон. Как? Мышку прям вниз, знаешь, тяни. Ой-ой-ой, быстрее бежи, быстрее, двигай! Пацаны, что делай? О! У тебя получилось? Отлично! Я монстр, просто! Сейвинга еще нету, подожди, не расслабляйся! Так, хорошо, значит, куда нам дальше? Куда здесь нам дальше? Нам, наверное, надо сюда, да? Эдисон, а ты где? Пацаны, у меня большие проблемы. А вы знаете, где, что пацаны? У нас большие проблемы. Я вот. Где? Ну знаете, в чем прикол? В чем? Тут как бы просто жопа. Какая? А где Эдисон, не могу понять, он со мной упал. А как ты туда залез? А вот не скажу. Да, там снизу можно. Так, давай по очереди. А шо, куда здесь залазить-то? Ты совсем с ума сошел? Они отвалятся, эти досточки. О, я Тарзан, пацаны! Вы это видели? Игорь! Лови, цепляйся, нет хрень! Цепляйся! Давай, Игорь, давай, я тебя ловлю! Давай! Я тебя словил, Игорь! Женя, Жека, ты где? Я все заново! Сейчас будет сейвинг, не очкуй! Я надеюсь, что будет сейвинг, давайте. Дебил. Я почти справился. Я отпусти. Ты как я жопой вверх заложу? Давайте, ребята, двигайтесь вперед, двигайтесь. Ты меня заколебал. Обезьяна. Так, Эдисон, мы просто должны Dream Team, понимаешь? Dream Team просто. Подтягивай. Что, не было еще сейвинга? Нет, прикинь, сейчас все будет. Смотри, Жека. Эдисон, я жопой залазю, я выход офицерский сделал. О, сейвинг, все нормально, пацаны. Ура! Бум!
Здорово. Пошел сраку. Так. Смотрите, пацаны, у меня одной ноги нету, а одна нога деревяшка. Пацаны, я предполагаю, что... У меня нет ног! Эдисон, ты можешь мне вытащить ногу? Она у меня застряла. Подожди, Эдисон, я упал. Да отпусти эту хренотень, Джека! Давай, Игорь, цепляйся. Сейчас, прыжок. Плохо все у тебя с координацией, как я вижу. Опа, поехали, я готов. Я держусь за Игоря, как держится за щечку. Объясни, дебил, он не поднимется. Куда? Чё? Поднимется. Ой. Все нормально там, пацаны, не нормально? Я держу! К ящику веди меня, к ящику. Да какому он? Все, дальше не идет. Игорь путешественница. В смысле? Все, дальше не пускает! А смысл туда от этой тарантайки? А, ой! Ну какой-то смысл. Игорь, смотри! Лови! А, тут столб. Что ловить-то? С ума сошел. Подожди, надо ящик зацепиться вот за тот. Стойте, подцепите меня кто-нибудь, подсадите меня. Вот, давайте, цепляйтесь за меня, давайте. Вот я ящик головой трогаю. Сейчас я. Ой, я ящик головой сбил, пацаны, давайте, вот ящик. Хорошо. Что ж так сложно? Подожди, сейчас я завезу туда. Да блин, куда ты? Сейчас все будет! По сантиметрику, пацаны, я преодолеваю свои цели. Надо раскачиваться вот так на одной руке, вот так вот. Хоп! Опа! Эдисон выше залез, давай! Хорошо. Да, зашибись, а зачем они? Надо что-то залезть. Вот залезь сюда наверх. Давай. Так, а теперь ящик на ящик. Давай. Да дебил, что ты делаешь? Ты вниз его тянешь! Не, наоборот, я его наверх тяну. Я его наверх тяну. Как ты его наверх тянешь? О, другое дело. Да дурак! Жека, что ты делаешь? Я паркур, короче, мастер. Я залезаю. Это, конечно, аккуратно, я аккуратно. Я что дальше? Охренеть, как аккуратно! Офигеть! Я аккуратно. Да, я улечу туда сразу, давайте, короче, раскачивай. Да не работает это так. Да работает, давай, Эдисон, я знаю все. Я знаю свое тело, я им владею. Тело он твое, да. Это хорошо. Ну ты дурачок. Дайте палку, не достаю. Игорь, слезь. Слезай оттуда. Вылезай! Так это Жека должен слезть, я наверху, а Жека снизу, дебил! Не, я так смогу, смотри. Я сейчас тебе помогу раскачать. Пацаны, вы что, аутисты? У меня палки даже в руках нету, что вы там делаете? Нормально! О, пацаны, я придумал, если вот так... Подожди, я не могу, не успею! Все, моя палка, да сюда! Не отдам никому! Пошли в жопу. Подожди, не смогу. Вот, дай прыгну. Или прыгай ты, давай. Хорошо. Не работает. Не работает это так, пацаны. А если два ящика поставить? Тихо, только не мешай мне, не мешай. Сейчас ящик упадет, давай я буду держать его, чтобы не упал. Давай. Твою мать! Нет, пацаны, нормально, легкий ящик, все нормально. Что делать, я? А как я его доставал? Я его головой, короче, доставал. Смотри. Как это сложно, пиздец. Вот так вот, да, головой его пробиваешь, вот так вот. Оп. Я его так и сбил, реально. Не получилось. Давай, Игорь, давай! Отпусти меня! Давай! Давай, головой! Давай. Допустите меня, дебил, вы меня тащите, как я... Изи, рвёток, поехали. Давай, тащите. У меня есть палка, если вы меня поддержите за ноги, я заколебал с этой палкой, честно, давай сюда ноги, вонючие. Ну, за ноги, держи меня, давай. Давай. Держи за ноги. Держу. Всё, капец. Палка есть. Всё пропало. До свидания. Всё просрали. Вот вы понимаете, был план, хороший план. Плана больше нет. Стойте, там еще есть палка, давайте за ней. Успокойся своими палками, Игорь. Да не, серьезно, можно, короче, вот я держу кого-то за ноги, вот давай. Тут высоко. Давай. Опа. Ну, да, вряд ли ты сможешь. Ну, давай. Нет.
Не-не-не, это можно залезть по этой высоте. Там да, там, там какие-то... Раскачивайся влево-право, и тогда руку сможешь на сантиметр выше закидывать. Да, я это как-то как раз и делал. Но это очень сложно, и не всегда получается. Ай-яй-яй-яй! Кто-нибудь сейчас залезает сюда, кто-то держит ящик, кто-то залезает ко мне, я поднимаю его наверх, и он уже цепляется. Давай. Стойте, стойте, вы лезгинку видели, пацаны, экране? Так, погоди. Или ты поднимай тогда. Ну, подожди, давай, лезгинка, подожди, лезгинка. Подожди, стой, стой, стой вот так. Жека, подожди, стой, да, давай, стой. Давай, давай, давай. Я тебя поднимаю. Хач, 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 хач. Давай, Эдисон. Отпусти меня. Да! План работы. Иди на сраку, ебать! О, пацаны, это что-то жестко было. Ну что ты делаешь? Я тебя вытащу. Отпусти. Так тут тут палец есть, палец. А ты где? С другой ага, стороны. Вот. А зачем это палец, пацаны? Мне кажется, чтобы залезть на механизм на этот на качели. О, как вы это сделали? Это я случайно. Что происходит? Что это машина, пацаны? Ага. Так, это хренотень нужно. Ее нужно раскачать, да. В другую сторону. А может ты ее просто так держать будешь, Игорь, и все? А, все, я просто палец держи, поставил. Держи, держи, держи. Не надо ее держать, палец для этого и есть. Хотя, ты сейчас. А, да, вот все. А, нет. Игорь, ты смог? Нет! У меня большие проблемы, но я думаю, что я смогу залезть по течу. О, молодец! О, молодец, Жека! Так и надо было! Да, еще раз так сделать или что? Да это, конечно, хорошо то, что я сюда залез, только что я... А ты, может, еще раз зацепишься, я тебя так еще раз крутану? Так, пацаны, я почти залез. Давай. Подожди. Сейчас я его крутану, подожди, 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 подожди. Кручу, кручу. Нет, нет, в другую сторону, вот так, да-да-да, крутани вот так, подожди. Да, пацаны, твою мать, ну! Смотрите, сейчас, где я. Не, может, сейчас отпущу из этого не, круга. Не, не, да, вот, отпускай вот сейчас. Я отпускай, залез, отпускай, пацаны. Отпускай. Я всё. Залез! Да я твои... Залез, да, молодец, да, молодец, хорошо. Так все нормально, да все нормально, мы поняли, Моцарт, Моцарт! Давай, брейк, давай, бути баунс, давай! Ебой! Это все хорошо, да, да, это все хорошо, но что дальше, пацаны? Так, ой, у нас вообще сложная какая-то фигня, тут есть, короче, смотрите... А до этого было легко, как да, до этого легко было, вообще. Нет, у нас, смотрите, еще механизмы крутящиеся, то есть нам сейчас нужно будет... Хотите колбаску? Ой, колбаску. Давайте кати колбаску. Так, подождите, что это такое? Это колбаска. Я опускаю. Я колбаску качу, давайте. Я могу это опустить, кстати. Хочешь, может наверх залезть. Да, пацаны, если попробуй залезть на помогите! Да, это не сюда нужно. Вот с помощью этой фигни поднимается вот это. Ой, я могу колбаску туда положить, подожди. Куда? Да, положи вот так колбаску, а Жека. Нет, наоборот. Давайте опустил. Наоборот, отпусти. Отпустить? Да. Ой, я зашел туда. В смысле? Только колбаску не убирайте, а то я там. Чё это за хрень? Чё это за хрень? Чё? Я не знаю, куда ты упал. Не, а нет, тут просто дырка, это ловушка, пацан. А нет. А нет, это мы прошли. Мы игру прошли! Мы игру прошли! Да! Шопа! Не, нет! Больше пластилиновых. Нет! Пацаны, нет! Цепляйтесь за буквы! Цепляйтесь, цепляйтесь за буквы, цепляйтесь! Я зацепился! Да, мы сыграем тоже лайки. Я букву К тащу за собой. Это мы, значит а. Подписки. Ка. Подписки, я лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Пацаны, что мы, а что мы блин, дальше реально будем реально плакать хочется, все, бассейн мы закончились. Я не могу так больше жить. Что делать дальше? Иар, цепляйтесь друг за друга, цепляйтесь, цепляйтесь друг за друга. Где вы? Вы сейчас сумасшедший, чем... Жека, цепляйся! Цепляйтесь! Пацаны, молодцы! Держимся друг за друга, держимся! Нет, я буду скучать по этому миру. Метадата арт. Это послание, пацаны, это послание. Все, пацаны. Пау. Все. Давайте будем тут летать. Просто серии мы новые начинать и будем просто тут. Короче, если вы хотите увидеть серию, как мы летаем между буквами, обязательно ставьте лайки и пишите об этом в комментарии. Блин, ты не хочешь заканчивать. Может пока скажем? Да. Всем пока. Пока.